Бандиты, а? Оп, 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 оп. Заразы, а? Чик. Так, я так понимаю, внизу уже дырка, да? Или вы под тканью сидите все-таки? Я валяюсь на этом. На Ютубе комментарий был. Живут как бомжи и радуются, что еноты им диван разобрали. Ну, типа, это наш дом, вот это. И еноты у нас живут, и мы радуемся, что они наш последний диван разобрали. Дома, как у бомжей. Я говорю, блин, тупое ты существо. Говорю, во-первых, у бомжей нет дома. Ну, даже если у нас бы было так в доме, блин, какое ваше собачье дело? Нравится нам так. Одни написали, я смотрю, у вас денег до хрена, чтоб енотам новые диваны покупать. Ой, боже мой, капец. Уже все наши деньги посчитали, блин. Тин-дирин-дирин-дирин. Ага, а тут йогурт, смотри. Смотри, что есть. Смотри, оп-оп-оп-оп. Ага-ага. Так, макнуть можно. Макнуть можно, вылезти нельзя, скажи. Не буду сегодня даже убирать у них. Оп, чик-чик. На, макни, макни. Опа. Так, на. Иди сюда. Давай. Где, говорит, йогурт? Так, оп-оп. Чик-чик. Так. Опа. Это по-любому у Триша. Чик, оп. А вылезти лень. Я валяюсь с вас. Че, говорит, орехи так далеко? Оп, оп. Да, блин, выходите, давайте, засранки. Это йогурт хомячит. Все, нету йогурта. Выходи. Я ему рассыпала тут орехи. Ну и багет порвался. Оп, нашла. Нашла что-то. Вон она, дырка их. И не вылазит. Ай. На орех наступила. Все, выходим. Ругаются там что-то между собой. Мира, тебя к ним запустить? Ты быстро им порядок наведешь? А? Паразиты. Завтра будем разбирать диван. Это не дело. Я понимаю, им там нравится и все дела. Но Танюху я не видела давно уже. И Санька. Они выходят все ночью, когда я уже спим. Сейчас камера придет, повесим им камеру тут, понаблюдаем за ними.